Фред вошел в команду недели Лиги Чемпионов. Официальный сайт УЕФА опубликовал команду недели по итогам первых матчей 1-8 финала Лиги Чемпионов. Полузащитник донецкого «Шахтера» Фред вошел в команду недели Лиги Чемпионов, которую опубликовал официальный сайт УЕФА. Напомним, что бразилец забил красивый гол со штрафного ворота Ромы, который стал победным для горняков. Полный список выглядит следующим образом. Вратарь: Де Хеа, Манчестер Юнайтед. Защитники: Алаба, Хуммельс, оба, Бавария, Смоллинг, Манчестер Юнайтед. Полузащитники: Ондер, Рома, Фред, Шахтер, Виллиан, Челси, Киммих, Бавария. Нападающие: Месси, Барселона, Левандовски, Мюллер, оба, Бавария. Кроме того, забитый мяч Фреда претендует на звание «Лучший гол недели». Ранее сообщалось, что Фред попал в число претендентов на звание «Лучшего игрока недели» в ЛЧ. Также Фред заявил, что «Шахтеру» по силам пройти в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Смотрите также видеообзор матча «Шахтер-Рома». Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgra.com.